50 тысяч рублей. 50 тысяч. Я говорю, нет. Мои реквизиты, и мы с вами распрощаемся. Нести деньги можно пачкой. Сношу эту сумму, 50 тысяч рублей. Вот так, что ли? Внести деньги пачкой, вносим, внести. Все, ждите, операция выполняется. Мне другой счет, они не туда-туда пришли, туда мне надо. Давай мне еще перекидывай. Еще 50 тысяч кило. Конечно. Вы, получается, украли у меня 50 тысяч. Да. Я украла, да, 50 тысяч, да, украла. Я уже снимаю есть... вас на вид. Быстро меня... удалите, как вы можете вообще это записывать? Я вас не просила. Быстро удалите то, что вы записали. Друг, если ты хочешь так же, как и я, находить гриферов в реальной жизни с помощью команды Син, снимать их на видео, выкладывать ролики на YouTube, тогда становись владельцем сервера на сервере Сержу Краб. У тебя будет практически опухоль, доступны почти все права сервера. Ты сможешь банить, кикать, сетать, пользоваться топориком, влезать в любые регионы, менять себе префикс, как это сделал, например, я, сажать гриферов в тюрьму, превращаться в абсолютно любого моба. А самое главное, ты сможешь находить гриферов по IP с помощью команды Син, как это делаю я. Всю предыдущую неделю привилегия стоила 6000 рублей, на нее не было скидки, и игроки меня просто чуть не убили за это. Скоро будет много новых обновлений на сервере SergioCraft, поэтому именно сегодня я оставляю скидку в 97% на привилегию владельца сервера. Поэтому не упускай возможность, снимай ролики антигрифишов, выкладывай их на свой канал YouTube. Все ссылочки будут в описании ролика. Наконец я дождался эту семью в сети, в скайпе. Вот, кстати, я хочу напомнить, да, вот ко мне приходил полицейский и штрафовал меня на 50 тысяч рублей из-за вот этого вот ролика. Мама Гриффер из школы, вот он этот ролик, вот я хочу сказать, из-за него меня штрафовали. Я уже на сервере Майнкрафт, я увидел также, что здесь находится тот же самый игрок с ником Тигр, который тоже этот школьник самый, из-за которого у меня все проблемы возникли. Я хочу сейчас с ними связаться с его мамой и, может быть, что-нибудь выяснить. Ну, в общем, посмотрим. Будем сейчас звонить, если возьмут трубку, будет очень здорово. Звоним. Вот, как я и говорил, друзья, вот этот ник Тигр, кто его помнит, тот самый из ролика. Тигр, смотрите, его, походу, даже ребята узнали, что-то рядом с ним трутся. В общем, не будем томить, вот они все в скайпе. Так, где они? Вот, звоню, пока они в сети. В сети звоню, надеюсь, трубку возьмут. Очень бы хотелось, чтобы они трубку взяли. Очень бы хотелось, чтобы все-таки они трубку взяли. Алло. Вова, ты же Вова? Да, Вова. Ты кто? Ну ты что, меня не узнал, что ли? Забыл? Ну... Вова, алло. Припоминаю голос знакомый, вроде какой-то там... Ну вас еще в школу вызывали. А, это ты, тупой даун, за которым у меня проблема. Почему тупой даун? Подожди, я тебя не обзывал. Ну, мне пофиг вообще. Из-за тебя у меня проблемы. Подожди, стоп, как ты на сервер зашел? Вообще, я тебя вроде, если не ошибаюсь, я тебя забанил. Ну, друг меня разбанил, и чё? У тебя друг владелец? Ну, секрет это. Не, ну тебя, ну, разбанить может только владелец. Ты, нет, еще получ... другой ей может разбанить. А, основатель может разбанить, да. Нет, там совсем другое. Короче, мне нужно поговорить с твоей мамой. Где зачем? Она дома сейчас? Ну, дома, и что тебе меня, надо? Ну, у меня из-за твоей мамы, я так понимаю, штрафовали на 50 тысяч рублей. Надо хотя бы поговорить, выяснить, что. Какие 50 тысяч, подожди? Ты попал на 50 тысяч? Ты что, издеваешься? Ты хочешь сказать, мама не в курсе держит ситуации? Чё ты врёшь? Вообще. Чё я вообще болтаешь? Она не знает, первый раз. Ты чё врёшь? Позови маму, чё ты мне втираешь? Маму зачем позови? Маму звать, я не понимаю. Позови маму. Мам. Чё тебе ты надо? Дебил что-то опять хочет. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну? Ирина Сергеевна? Если да, Ирина Сергеевна. Вот Вова, сын ваш, говорит, что да. Типа никакого штрафа не было, вы ничего не знаете. Он врёт же, получается. Чё нет. Врёт? Нет, он не был. Штраф был? Был. Какой? Я ничего не говорила. Нет. Так что, я вам сказала, не надо вылаживать эти видео. Сказала, вы меня не поняли. Милиция приходила к вам? Штраф наложила. Будьте любезны мне на... Киньте мне этот штраф на мой номер. Я вам сейчас добавлю. Нет, стоп, мы с вами вообще не общались. Я да? Просто выложил ролик. Да ладно, не общались. А с кем же мы тогда общались? Нет, стойте, мы с вами не общались. Вам тогда позвонили, вызвали вас в школу якобы, и вы отругали Вову. За тебя, за дурачка. За а я-то здесь при чем? Вы же сами себя так... Вон, ну мы, получается, не, пошли, не, мама не. Пошла, подала полицию. Да, чтоб вы чтобы вы его не банили, чтоб вы его... Я только сейчас это да. Узнал. Так что, приходила полиция? Приходила. Опись. А еще, если бы не пришлете... Сейчас еще позвоню, и опись, и все, вас там позабирают. Так что я жду штрафа на мои реквизиты. То есть вы же, понятно, то есть вы ждете 50 тысяч рублей? Да. Я сказала, я еще сегодня, сейчас же, сию минуту пойду
полиция. Нет, стоп, я же вам звоню как раз, чтобы обсудить это и сказать, что я хочу выслать 50 тысяч рублей. Давайте, и чтобы, и чтобы с вами решить этот конфликт, и чтобы к нему больше не возвращаться. То есть, вы, вот у вас мне приносил сотрудник полиции... Нет, не 50. Так, Вова, что ты несешь? Ирина Сергеевна. 50 тысяч. Нет. 50 тысяч. Да, я говорю нет. Мне мою, 55. Мои реквизиты, и мы с вами распрощаемся. Да, все, реквизит, который если мне... Если обманете, я вам тогда еще посмотрю. Нет, как я могу обмануть? У вас реквизиты, которые мне принес сотрудник полиции. Я туда кидаю деньги, и все. И я позвоню, да. Спрошу, что все нормально, и все. Да. Все, тогда... Тогда давайте так. Я тогда пойду кидать сейчас деньги, все соберу. И как только я кину... Я никуда не спешу. Да, я вам перезвоню, да. Ну все тогда, смотрите. Хорошо. Ждите денег, как вы... Ждем. Как вы, да, все. Вова, да, все. Что тебе надо? Может... Ты, ну, ваш сын не должен себя так вести. Может, объяснить ему, это оскорбление. Все, давайте, ждите звонка. Ждите звонка, все. Нахожусь сейчас в Сбербанке, снимаю, пытаюсь запечатлеть обязательно вот этот вот момент. Вот, чтобы все видели, что сейчас нахожусь я в Сбербанке, немного волнительный момент. Вот, у нас, смотрите, внести деньги можно пачкой. Сейчас я буду вносить вот эту вот сумму, а именно 50 тысяч рублей. Вы можете сами здесь увидеть. Я нашел эти деньги, буду их тратить на возмещение этого, так сказать, штрафа. Вы свидетели. Значит, у меня здесь есть бумага, я не буду там показывать все эти реквизиты, я просто их отсюда беру. Сейчас я при вас вношу эту сумму, 50 тысяч рублей. Прям при вас вношу 50 тысяч рублей и надеюсь, то, что у меня проблем с этим не будет, и штраф будет оплачен. Нести деньги пачкой. Я не знаю, как это выглядит, но, наверное, вот так, что ли? Куда вносить-то? Или как? Кэш. Прием выдачи наличных. Как это сделать? Что-то, видимо, я глупый какой-то. Ага. Так. Процесс пошел. Следим. Что-то надеюсь, он там не разорвет эти мои деньги, а то... он не принял одну купюру. Так. Вот, видите, он показал 45 тысяч рублей. Добавить купюры. Не знаю, почему он ее не принял, что с ней не так. Секунду. Все, давай, принимай, друг. Это настоящие нормальные деньги. Давай. О, все, принял, смотрите, внести. Что-то я аж это, перетрухал маленько. Так, внести деньги пачкой, вносим. Вот, вы видите, 50 тысяч рублей, внести. Все, операция продолжается, ждите, операция выполняется. И обязательно сохраним чек, чтобы не было всяких вопросов, Лев. Обязательно. Внесение наличных, успешно выполнено, напечатать чек. Так, ну что, дорогие друзья, тогда получаем сейчас чек с вами и напечатать чек, да, все. И быстрее идем домой и звоним быстрее, вот, чек берем, все. Я уже на спавне, зашел вновь на сервер, сейчас буду им опять звонить. Мне интересно, может, меня кинули и уже никто трубку не возьмет. В тот раз он был здесь, этот тигр. Как бы... А, вот, стойте, вот он прыгает, вот он до сих пор. Звоним сразу, сейчас деньги вы видели, я кинул, все, кинул. Надо теперь им позвонить и убедиться, что все нормально. Че так, че за... Че такое? А, в меня ут... Смотрите, меня подцепили на... Алло. Алло, Вова? Вова. Да. В общем, Вова, позови маму. Зачем? Подожди. Я деньги кинул. Зачем? Ну как зачем? Я деньги кинул, надо убедиться, что все нормально. Ну, давай мы с тобой договоримся. Типа, деньги мне останутся 50 тысяч, а мама ничего. Ну, она не узнает об этом. Нет, стоп. Я сейчас кинул на счет деньги 50 тысяч рублей. Причем тут ты? Позови маму. Какой тебе? Маму позови. Все должно урегулировать. Да ладно, ладно, не воняй. Мама. Мам. Алло. Да. Ирина Сергеевна. Да, я слушаю. Деньги я перечислил, 50 да, тысяч. Я ходил в банк, все указал верно, закинул. Вам должны прийти деньги. Проверьте, пожалуйста. Не пришли, но не на те реквизиты. У меня другие реквизиты есть. В смысле, пришли, но не на те реквизиты? Вам деньги пришли?
Пришли. У меня другой счет. На тот счет они пришли. Нет, стоп. Вы 50 тысяч получили же, они же у вас есть? Есть. Я не тот счет дала, мне еще один есть. Стоп. Вы кому? Сотруднику полиции в суде вы предоставили? Да, давала, и что? Ну, я на него кинул. Что значит не туда кинул? Ну, мне другой счет. Они не туда пришли, туда мне надо. Все, давай мне еще перекидывайте. Или вы что? Чего? Мне еще 50 тысяч кинуть на другой? Конечно, а как вы хотели? Видео вы выкладываете без моего согласия. Еще. Вы с меня 100 тысяч хотите взять или что, я не пойму? 100 тысяч с меня взять, получается, да, хотите? Да, вы, получается, украли у меня 50 тысяч. Да. Прям скажите, вы у меня украли. А вы что делаете? Как вы поступаете? Так и я. Так что не давайте еще. Как я поступаю? Я пошел деньги вам кинул, 50 тысяч рублей. Вы мне сказали то, что вы не туда. Что значит туда? Вы указали сотруднику полиции, суду. Как не туда? Я одну указала, а это другой счет. Так что давайте мне еще высылайте. Вы у меня украли 50 тысяч рублей, получается. Ну, украла. Вы тоже не делайте так, как я вам попросила. Уберите видео. Раз, два. Вы не хотите. Нет, стоп. Категорически. Так что давайте. Привет какой-то. Пересылайте. Прям скажите прямо. Я у вас украл 50 тысяч рублей. Да. Прям скажите. Я украла, да, 50 тысяч, да, украла. И что? Все, спасибо за эти слова. Дело в том, что я снимаю вас на видео. И все, что вы сейчас сказали. А ну-ка сейчас же мне быстро удалите это видео. Вы опять? Да, я снял то, что вы из меня... Быстро удалите, как вы можете вообще это записывать? Я вас не просила, быстро удалите, я кому сказал? Я заснял тот фрагмент, как вы сказали, то, что вы украли у меня 50 тысяч рублей. Я имею право, вы у меня украли 50 тысяч рублей. Я это заснял и опять выложу на видео. Я покажу суду и полиции то, что вы меня обманули. И с меня вообще все штрафные санкции спишут. Вы имеете право! Быстро удалите то, что вы записали! Вова, объясни маме, что она вообще у тебя сумасшедшая какая-то. Я не сумасшедшая, это вы сумасшедшие. Я сказала быстро удалите видео. Я сказал, быстро, то, что вы записали. Зачем вы это делаете? Вы меня... А мы потом на него два раза суд. Куда? У меня уже... Вы так сделали. Ирина Сергеевна, вы все понимаете. Пусть он потом оправдает наши слова и все. Ирина Сергеевна, вы сами понимаете, то, что вы облажались, и вы на видео сказали то, что украли у меня 50 тысяч рублей. А и, во-первых, можно подделать в это видео. А вы докажите. Да буду, я покажу то, что я отправил 50 тысяч. Все, начинается. Все, до новых встреч, я... Чувак, отключайся, это начинается. Да, все, до новых встреч. Все, я не могу их слушать, я кинул 50... Я в шоке, я кинул 50 тысяч рублей, а мне говорят то, что я кинул не туда, потому что они указали полиции якобы другой счет, а у нее есть второй счет, и она ждет на него деньги. Что это за херня? Как это понять? То есть меня, мама, Грифер украл у меня 50 тысяч рублей. Я не зря все это записываю на видеоролик. Честно говоря, я не хотел его выкладывать. И я думал, что если все гладко пройдет, я ничего не выложу. Но меня обманули 50 тысяч рублей. Ребята, ставьте лайки, если вы меня поддержите. Ставьте лайк, что вы в шоке от этой мамы. В общем, я буду ждать своих денег обратно. Чтобы мне их обратно перечислили. И аннулировали с меня штраф. Я приду и покажу, что я... Есть... Чек у меня есть. Все есть. То, что я перевел деньги. Вообще бред какой-то. Смотрите, ребята, какие бывают мамы Грифера. Поэтому снимайте их на видео. Всех. Задавайте канал на YouTube. Выкладывайте ролики. Пожалуйста. Прям всегда снимайте таких. Гриферов. У меня аж язык уже запинается. И как раз владелец сервера, я создал эту привилегию специально, чтобы вы смогли таких снимать. Вы сможете сажать в тюрьму его. Вы сможете вычистить его IP и узнать, где он живет. Чтобы, если что, в суд подать. Чтобы, если что, вычистить, кто это. Вы сможете банить, сажать в тюрьму, кикать. Вообще все сможете сделать. Специально для таких как раз, как она. Таких, как Вова. В общем, заходите на сервер. Всех жду. Раздаю здесь админки бесплатно. Получайте бесплатно админку. Вот, подходите к нему. Видите, кликните по NPC. Вот, тыкайте по нему и выбирайте, как вы хотите получить бесплатный донат. Это я для вас делал, для хороших ребят, бесплатную админку. Зарабатывайте ее и получайте бесплатно. В общем, всех жду, IP в описании ролика, я в шоке с того, что произошло. Всем спасибо за внимание, всем пока. Я буду дальше разбираться и жду ваших лайков, вашей поддержки. Я сегодня в шоке. Всем спасибо, все.